Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня мы с вами выучим немножечко хип-хопа. И начнем мы с кача. Кач — это основа хип-хопа всего, и наш весь танец базируется на нем. Поэтому начнем. Первый, самый базовый, это кач коленями. Мы постоянно приседаем. У нас колени находятся в такой пружине все время, и до конца они не разгибаются. То есть все время мягкие. Пружиним, 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 пружиним. Называется этот шаг bounce вниз. И все время пружинка, все время пружинка, 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 держим, держим, 6, 7, окей. Следующий наш кач — это кач up and down. Качаем корпусом, первое делаем вперед, вперед, вернулись, вперед, вернулись, вперед, вернулись. Как наклон, обычный наклон, но опять же движение маятником. Смотрим, раз, отскочили назад, раз, вернулись, раз, вернулись. При этом мы держим колени также в нашем предыдущем каче, чтобы быть мягче. И поехали, пробуем вперед, вернулись, и раз, акцентируем движение вперед, и раз, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и... Пробуем быстро без музыки. Раз, два, три, вперед, пять, шесть, семь, окей. Получается? Вперед, 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 вперед. И следующий наш кач — это кач назад. Он делается абсолютно так же, как и вперед, но акцентируем наше движение назад. Заваливаем спину и возвращаемся. Колени мягкие, колени тоже пружинят. И назад, вернулись, назад, вернулись, назад, вернулись. За спиной идет все тело. И раз, и назад, и качаем, качаем, все время качаем. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Также мы можем заваливать нашим качем в разные стороны, вправо, влево, не только делать назад. Пробуем, девочки, в три стороны. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И следующий наш кач — это кач в бок, линк, туда, обратно, точно так же, как и предыдущие, маятниковое движение, и возвращаемся в исходную точку, упали в исходную точку, раз, два, на месте, два, правда, лево, на месте, два, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще разок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь попробуем сделать с шагами. Ноги у нас делают очень простые движения. То есть мы делаем раз,
два и стоим на месте. Три, четыре. Шаг. Шаг на месте. Два и назад. Чуть-чуть отходим. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И соединяем вместе с корпусом. Плечи идут за ногой. И бок, бок, два раза, вперед, вперед, влево, два раза и назад. Раз, два, три, четыре, назад, 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 назад. Есть? Пробуем чуть-чуть быстрее. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединить все эти три кача и попробовать двигаться в них. Все очень просто. Вы берете любой кач, либо лин в бок, либо вперед, up and down, назад, up and down, bounce вниз и качаем в любую сторону. Вперед, назад, вправо, влево, как нам хочется, куда мы можем пружинить, туда и качаем. Качаем, качаем, качаем в каждый бит. Пум, 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 пум. Отлично, есть? А теперь мы попробуем добавлять руки. Представили, что мы что-то рассказываем. Рассказываем, рассказываем. Да, можно пальцами рассказывать, можно кистями, можно руками полностью. И все время мы что-то рассказываем, жестикулируем и показываем, но при этом всегда качаем. Поехали. И качаем, и рассказываем. Качаем, рассказываем. Качаем и рассказываем. Истории повеселее. Все. Качаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И добавляем еще один маленький нюанс. Шаги. Как мы ходим по улице? Правая, левая, правая, левая. Просто ходим. Куда ходим? Непонятно. Просто ходим. К нашему шагу мы добавляем баунс вниз. Обязательно. Обязательно. Все время держим пружину. Все время качаем. Подключаем кач. Любой кач. Какой вам хочется, какой вам удобный. И добавляем нашу историю руками. Отлично. И вы уже практически настоящие хип-хоп-танцоры. Окей, а теперь давайте попробуем это все сделать под музыку. Покачаем. Замысловатых движений, собственно, и начинается наш хип-хоп. Главное качать, главное быть расслаблен, и главное не бояться делать движения. Все очень просто, просто стоит начать, и ты будешь отлично танцевать. Танцуй хип-хоп вместе с нами. Меня зовут Даша, это мои помощницы Кира и Соня.